случилось? Что пропало? Чего не будет? Выпускники пропали. Что вы мне такого говорите? Как это могли пропасть выпускники? Столы накрыли? Накрыли. Диплом выписали? Выписали. Как может быть, что не будет выпускного? Понимаете, выпускники, они восхитились после изучения книги Откровения. Что делать? Элементарно, как и хочется сказать Ватсон. Вызывайте спецназ. Первый курс? Именно. Просто не до отдыха с тобой. Мы два семестра в институте пропахали, и вот на сцене выручаем выпускной. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний год, он трудный самый, а я в общину домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в общину домой хочу. Я так давно не видел маму. Промчался год со скоростью ракеты, тетради списаны, где вы, учителя? Еще немного, два мгновенья лета, и мы вернемся. Дорожка шана, еще немного, еще чуть-чуть. Последний год, он трудный самый, а я в общину домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в общину домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Израиль домой хочу. Ты понимаешь, а я в Израиль домой хочу. Иерусалим, ты понимаешь. Вы нас вызывали? Слушали стихов? Короче. Вам поручается особо важное задание. Вы должны найти выпускников 2010 года, найти в целости и привести их в сохранности, в силе духа. Как вот. Только что, так первый курс. И как мы это сделаем? Я подумал, что вам для этого необходима моя кепка. Вы думаете, как я о вас все знаю? Эта кепка не простая, она читает мысли.
Вот вам кепка. Интересно. Что с этой кепкой сделать? Я же боюсь. Слушайте, давайте узнаем, что же думает Рома. Я не буду ни в чем нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим. Читаю Віде, мені все рівно, хто я, що я в цьому світі. Давайте посмотрим, а що ж думає хто? Саша Шайнов. Я живу в небесах, там мой дом і покой. Я летаю во снах, я парю над землей. Поднимайся выше к тебе, чтобы видеть и слышать, как ты идешь за мной. Так, хватит баловаться. Что такое? Не надо здесь концерты устраивать. Давайте лучше подумаем, послушаем. Что думает Джефф Коллинз? Чунга-чанга, синий небосвод. Чунга-чанга, лето круглый год. Чунга-чанга, весело живем. Чунга-чанга, песенку поем. А, классная кепочка. Да. А вот что, если мы узнаем, о чем думает все твои желания сбудутся, знаю я. Сила ожидания есть у меня. Мечтай. Эля, интересно, о чем думаешь ты? Все мои желания сбудутся, знаю я. Сила ожидания есть у меня. Мечтай. А мое желание одно, чтобы все мои желания и мечты сбылись. И пусть этот выпускной состоится. О! И поэтому досье мы их разыщем. Обязательно разыщем. Да. Да ладно, ребят. О, вот один. Мы никуда не пропадали. Второй курс не пропадал. Мы просто готовили заключительную песню. Так что ж вы не сказали? Но это мы делали сюрприз вам. Мы вас... Потом, но наш Господь не спит, не дремлет.
настоящий еврейский народ, дарующий небо полет, Иешуа за гнездом грядет мир.